Вот, уважаемые зрители, всем привет! Сегодня смотрим мы, как работает спецтехника. Значит, идет погрузка грунта, земли на площадку. Работает техника DGCB, импортная. Два КАМАЗа. И наша ДТшка планирует взенный грунт. Работает куном, я не знаю, объем, наверное, около куба здесь общий, берет он земли за раз, глины точнее. Высота подъема ему позволяет перекидывать за борт. Поднимаем грунт до отметки, выравниваем площадку здесь двумя КАМАЗами. ДТ-шка сразу раскидывает грунт. Значит, КАМАЗу немножко уклон дадим, чтоб смог поднять. Уклон в сторону подъема платформы. В общем, КАМАЗ перегрузили, поднять не может. Thank you.
уклоном стоит, теперь пришлось поднять его. Перегруз. Или насос слабенький у него. Вроде пошел.
снимаем высоты немножко, как это будет обзорно. Погода прекрасная у нас, целое лето. Дает нам и строить, и работать.